Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Мы продолжаем дальше. У нас впереди таинственная долина. 47-й, это Диана из агентства. Найти секретный код. С помощью передатчика, который вы установили, мы следили за телом Хаимота-младшего. Видео не работает. Благодаря вашей работе нам удалось узнать местонахождение Хаимота-старшего. Это настоящая удача. Он тщательно скрывался от спецслужб последние 15 лет. Оказывается, он живет в одном из своих замков в центральной Японии. Это... Я понял, о чем мне дали... ПП, два пистолета и струну, да вы просто божественно издеваетесь надо мной. Как я должен всех этих чуваков положить? А где сама цель? Она в здании, в помещении, в подвале курит нервно. Офигеть, здесь охраны. Олейн, жестяка будет ее вычистить. Там машина поехала. Ёксель-моксель. Там сбоку меня ждет ништяк. Снайпер держит цель на прицеле. Какую цель? Меня, что ли? Ай! Да, это был я. Это было больно. Ёксель-моксель, и чё, и как мне теперь пройти? Если снайпер держит меня на прицеле. Тихо, 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 тихо. Ах ты, сволочь. Попробуем, хрен ее знает. Может, получится протиснуться. Сволочуга, что творит? Не все так просто, да, пройти. Может, надо вообще в другой дорогой пойти. По-моему, сейчас он меня уже как бы не смотрит, да? Я смотрю, ствол держит ровно. Такс. Оки-доки. Угу. Так, что там у нас? Мужик на досмотре. Пошел в жопу! Еее! Круши, уничтожай, да? Хована. Я вижу оборудование. Так, так просто его хрен убьешь плюсом, в любой момент может сюда повернуться. Вот он уже повернулся сюда. На фургон этот непонятно вообще, поедет, не поедет. Это еще вопрос, да, как бы отдельный. Требующий внимания. Ну, в целом, если я, конечно, завладею их формой, я смогу где-то здесь периодически вот вылазить. Это вышки, это я уже понял. Это вышки. Возможно, мне вот сюда надо. Там выход. Ну, не в подвал, это точно. Тоннели. Есть, конечно, охрана, но я не думаю, что там есть моя цель. Кажется, она где-то... Где-то тут тусит. Да никуда я знаю, что ты здесь. Эй, братан, ты так близко-то не подходи, ты чё? Ты чё, братан? Спокойствие, только спокойствие. Что должен тебя тихо, нежно убить. Ультра. Нежно. Жопа. Короче, к нему подкрадешься, тихого оружия, смотрю, мне не дают. По крайней мере, на выбор.
шум привлек кого, нет? По-моему, нет. Офигеть, кровище СМИ сколько. Прибор ночного видения, арбалет, стрела. О, вот и арбалет пригодится, да. ПП с глушителем. Нельзя было просто нежно его аккуратно взять. Обязательно надо бросать все. Взять патроны. Так. Залезть вниз. Мне интересно, в этом гараже есть что ценное? ПП с глушителем, это здорово. Где-то он прячется, этот говнюк. Надо расследовать всю местность. Слышал, как двери шмякали. Грузовик готовится на выезд. Яме! Яме! Что, что, остановись. Ну, дорогой! Понятно. Ничего хорошего нет. Бросай этот сраный. Арбалет он уже не видит. Херач по нему. Словил пулю. Так. А как они знают, что я иностранец? Я все-таки же, блин, в одежде. Как это вообще может быть? Хранить не стать. Стой, сволочь. Стой, тихо, 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 тихо. Вау, шмаляют. Ай! Блин, это будет мега крутая миссия. А, донака. Окей. Так, он типа туда заехал, молодец. Я так понимаю, если я не буду бегать, то снайпер меня не заметит. А нет, заметит. Однако. Типа промежуток есть какой-то, в течение которого он реагирует на меня. Обалдеть. Газелина недоделанный. Так. Все с ними понятно. Этого засранца лучше, короче, из арбалета снять. Струной я не успею к нему подойти. Так, близко, чтобы мочкануть. Готов. Отлично. Блин, выбор жестокий. В плане того, что либо рискнуть из ППХ и бежать, либо чё. Ну это вход, я так уже понял, что туда надо как-то прокрасться, только вот как? Просто не зайти, вот еще один выход есть. Внутрь надо как-то зайти, так вот. Тяжело будет это сделать. Можно пробраться, интересно, к снайперу туда, в башню? Я бы смог тогда этих ребят снять. Причем нежно и аккуратно. Сейчас попробуем. Что-то у меня сомнение есть, что в эту башню можно пробраться. По-моему, нет. Вот если есть, он где-то внутренний. Скрывается. Яме! Яме! Что? Яме! Тихо. Яме! Один уже опознал. Пульку в лоб.
Так, вопрос на засыпку. Второй заметит? Тут беспредел, нет. Это оборон. Все, переоденусь с него. Терять-то мне особо уже нечего. Попробуем. Тыкс. Отлично. Смотрим, как они на нас реагируют. Ага. Вроде я не! Я не! Вот сволочь. Тихо-тихо. Надо делать никаких резких движений. Так, на всякий пожарный. Чтобы меньше кипиша было. Понятно с ними все. Эти уроды не дадут мне так просто пройти. Я уже понял. Камазюнок едет. Так, сейчас я спущусь чуть ниже, посмотрю более детально, что тут. Почем. Короче, по сути, это тот же самый тоннель, да, по которому я бы мог сплавиться по лестнице. Яме! Яме! Тихо. Просто тихо. Не нервничай. Ты обязательно умрешь. Так. Это просто комната, здесь какие-то ящики, да, у нас. А здесь, по-моему, лестница, это та, наверное, которая около ангара была. Я уверен. Да. Следовательно, вопрос на засыпку. Как далеко готовы зайти охранники? И где моя цель? Я не вижу ее на карте, это меня очень сильно беспокоит. Впереди будут два охранника. Они блуждают. А может даже и больше, по-моему, целый отряд гуляет. Да. Яме! 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 Яве, яве, давай, беги сюда, яве. Яве! Яве! Вот тебе и яве. Понятия не имею, о чем они разговаривают, говнюки. Положил. Окей. Едем дальше. Похоже, придется положить почти всю карту, прежде чем я найду, где этот засранец прячется. Как они вообще догадываются, что я не, как бы, не один из них? Вроде бы у меня одежда хорошая, которая прячет мое лицо. Ёксель-моксель, впереди. Знатная преграда. Обалдеть, сколько их там. Так. Ага, так же, как и на выезде, очень много. Подземный тоннель. Долина. Это получается, вот я сейчас где-то вот здесь вылезти. Тут можно. Мне просто надо до входа дойти, я так понимаю. Правильно? Потому что здесь цели, по-моему, нет. Да. Секретный ход найти. А как лучше-то пройти? Я вижу, что фуры здесь ездят, но они нифига не двигаются туда, куда мне надо. Сейчас главное не попасть в их обзор. Яме! Яме! Остальным насрать, да, он просто шуманул и все. Яме! Иди Яме! Сюда. Где ты выйдешь? Тихо-тихо.
Маленькая гунишинцы. Я же говорю, тихо-тихо. Лежат. Так, самое жесткое будет, если оттуда сейчас пойдут эти уроды. С криками. Будем надеяться, что нет. Окей. Вроде как прорвался. По крайней мере, до следующего кордона. Так. Однозначно придется пробиваться с боем. Тут даже думать не о чем. Впереди у нас следующая задачка. Так, по долине. Здесь тупик. Влазить только если тут. Там тоже, ребят, не меньше, плюс снайперы. Как бы, да, вот здесь снайпер, там снайпер. Башку мне пробьют моментально. Если тут я хотя бы могу их положить, попытаться, то там меня просто застрелят за 5 сект. А, ворота закрыты, то есть, получается, те типы меня не увидят большой толпой, которые стоят. Ну что ж, это не может не радовать. Так. Окей, один из них прошел, я смотрю, да, территорию осмотра. Вроде как устаканился. Еще один грузовик стоит в очереди. Какой-то уровень тупости этих грузовиков. Не хотят по кругу ехать. Я бы так с радостью спрятался в одном из них. Ну, увы. Смотрим, где идет следующий. Идет справа. Ни хрена себе, один вылазит. Из-за леса, из-за города. Я, если честно, не ожидал, что он так близко будет. Бежит. Козлина. Шум за него поднял. Так, все. Да и вешкался. Окей, едем дальше. Так, что нас ждет? Ух ты ж, ёкарный бабай. Обалдеть, их 10 человек. Положить надо. Было бы круто, если бы они на меня заагрились, я их по одному чистил. Вообще было бы классно. Грузовик стоит, блин. Ни взад, ни вперед. Снайпернуть-то их нечем. Жопа. Так. Надежда только на то, что кто-нибудь из них сейчас меня спалит, и я вот так чик за колонной. Очередью. Автоматно и все. Йоксель-моксель. Страшно жить. Яме! Яме! Все, я это здесь. Я здесь, чувак. Да. Ну, дорогой! Кто узнал? Я же в маске. Понятно, ты узнал и немножечко умер. Да еще лучше. Так, давай теперь ты меня сможешь заметить. Иди сюда. Давай. Подходи по одному, уроды. Я вас положу. Этим похрену. Странно. Но они даже не шелохнулись. Яме! Яме! Прикол. Какой бежит? Ну, дорогой! Тихо-тихо. Братишка, не шуми. Бежит. Жду. Давай. Давай.
Отлично. Они спалили труп. Это очень хорошо. Смотрите, собаки. Ты же не надеешься выжить. Ты какая, зараза. Неуязвимая. Какая очередь у него пролетела, ему хоть бы хны. Так, спокуха. Минус еще один тупица. Продолжайте тупить, ребятки. У вас это здорово получается. Мне нравится. Яви. На тебе очередь. Он еще один придурок стоит. Не обращает внимания. Охранник, блин. Так, нужно набрать патронов. Все, вроде всех положил. Отлично. Едем на выход. Так. Все это мило, здорово. Осматриваемся. Там снайперюга сидит. Он меня не увидит, я тут сбоку. Ура! Господи, я дошел. Я дополз. Так будет даже правильнее, да? Я дополз. Ну что поделать, да? Агрессивно, но, блин. Зато дополз, неважно. Главное, результат. Вот. Однако. Так, ну ладно. Клик. Эй, я сказал клик. Он не хочет клик делать. Так, сразу другая миссия. Вторая часть, да, загрузилась. Ух ты ж, ёксель-моксель. Замок. В замке чувак тусует. Да. Разберемся с этим типом уже, ребят, в следующей серии. О. Пока что как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.